Учебный процесс пойдет с понедельника в нужном русле, так как он организован был всегда. Каждый учитель знает свое рабочее место, знает своего ребенка. У нас система подвоза отлажена, у нас прекрасная столовая, где все удобства, то есть все соблюдено. Наверное, иногда родители как бы не возмущались даже, а так вот говорили, ну, уже пора бы домой. Потому что ну, это надо было утром собрать ребеночка, посадить на автобус, встретить его с автобуса. Но в целом какого-то недовольства ни со стороны родителей, ни со стороны педсостава. Ну и мало того, тут ущерб в школе причинили. Чтобы проверить все детально и дотошно, вскрывали полы и производили заборы всего, чего только можно. Понимаете? И я вам говорю, по тем заключениям, которые у нас на настоящий момент имеются специалистов, у нас единственное это... Содержание в крови, содержание в помещениях углекислого газа повышенное и содержание в одежде следов горения.